смотрим замок. Перед Ямский замок. Ну, а здесь можно на цуге покататься в пещере. Красиво, как вырезали из дерева. Два медведя, сова. Классно так. Туалет. Вон охотник как будто сидит. Кафешки снизу. Сверху. Вон он, красавец стоит. Вон, люди маленькие, смотрите, наверху. Надо так было его построить в 13 веке. Красота. И вода где-то шумит там снизу. Там пещера снизу. Дерево какое необычное, а? Сколько ему уже лет-то? Как так? Он даже, по-моему, горело уже. Офигеть. Надо же. Растет. Мхом покрытое. А здесь такая старая церковь. Она закрыта. Ой. Старенькая такая. Что там видно что-нибудь? Да, видно. На славянском, на немецком и на английском. А здесь прямо на церкви плитка. Такая старинная церковь. Больше матери. Вот там замок. Парковка здесь платная. 5 евро. Интересная какая. Придумали же. Как катапульта. Хотя не знаем, что это. Красота. Природа какая, а. А там, наверное, пасека. Так. Цветные ящички. Пивка. Вот вывески. Музей военной техники. Заехали в город Пивка посмотреть военную технику. Сейчас сели перекусить. Тут столики есть. Перекусим и пойдем туда. Так, люди здесь живут, славяне. Поля у них. В музее здесь козочки бегают. Вот сидит, стоит, смотрит. Природа какая красивая. Флаги так похожи на российские. Кормить нельзя, кидать ничего нельзя, гладить, перелазить. У них такая порода интересная, что у них на шее висит. Поезд, самолет. Какие здоровые.
морские пулеметы. Вон, видал, сколько сразу стреляли. Тут много всего. Было какое длинное. Раньше какие, наверное, камеры были. Пулеметик какой. Тут много всякой техники. Надо приезжать и смотреть на ней. Так будет интереснее. Ножи, автомат. Это было в виду. Ветерок подувает, хорошо так на улице смотреть. Комната такая, как будто 91-го года, не знаю. Но двери тут год. А телевизор, да, может быть такой был. Не может быть, а был. Сервантик. Посуда. Вид сверху. Там еще подводная лодка стоит. И подводная лодочка. Сверху можно будет посмотреть. Ну, пойдем уже к выходу. Под водой, видимо, плавали. Так что, кто будет ехать в Словению, либо в Хорватию, можно в Словению заехать по пути, посмотреть этот музей. Ну, это как они сидели там. Все, пойдем к выходу.